Вроде на канале мадам Валентина. У нас рябина зацветает. Сейчас ливень был. Я решила пышек спечь. Замесила тесто. На молоке сегодня. Дрожжи. Сахарный песок. Яйцо. И немножко соли. Раскатала вот такую вот пышечку. И теперь буду ее на масле жарить. Так вот она подходит. Сейчас я ее переверну на другую сторону. Так вот. Почему-то она мне поднялась. Верхушечка. Наверное, надо было выдержать немножко, чтобы она немножко с другой стороны тоже поджарилась. Что ж, процесс продолжается. Здесь вот одна уже есть. И вторая. Как она надувается, не очень-то мне нравится. Теперь вот она. Тут на масле подсолнечном. Не думайте, что масло подсолнечное остается на этих пышках. Нет, оно все стекает и остается такое пышное и очень аппетитное. Сейчас будем переворачивать ее. Такая вот получается пышечка. Мы ее снимем. Ну что ж, пышечки мои почти готовы. Здесь такой нюанс в этих пышечках. Нельзя слишком увлекаться сверху мукой. Если мука будет сверху на пышке, то у вас пышечки подгорать будут. Так вот они такие получаются пушненькие, дрявенькие, прям пушат, обалденные. Приятного вам аппетита, если кто готовит. Сейчас посмотрим, вот она почти готова. Сейчас перевернула. Думала, что пока я тут снимаю, она у меня и сгорит. Нет, все с ней замечательно. Ну что ж, будем, наверное, переворачивать или снимать. Нет, еще немножечко. Очень быстро готовится, где-то в течение 3-4 минутки и все готово. Ну вот, мои пышечки готовы. Получилось приличный такой. Этот вот я разламывала. Сейчас он уже такой более-менее ломается хорошо. Ну, пропекся. Одной рукой, конечно, никак. Ну, видно, что он очень аппетитный. Здесь у меня такой цветочек стоит, сирень. Красивый. Всего вам доброго. Пока-пока.